Всем доброе утро. Второй день охоты. Взял сегодня тайгу. Поехали за удачей. Поднял я зайца на жировке. Сейчас за ним пробегал в надежде на удачу. А что толку? Попробую в таких местах-то полазить. Вот так что-то мелькало вроде далеко. Но вон он ушел, короче, туда. Фух, уже сил нету бегать за ним. Вот еще бы один человек был, и можно было бы его нормально взять. Следов вагон просто. Рябчиковые следы, вон там лежонка одна. Заячьи следы опять по всему полю, по всему лесу, натоптанные. Рябчики орут, но они кормятся сейчас, идет еще, наверное, не залегли, 11 часов еще время. Даже не знаю, что делать. Решил перекусить пока. Сейчас чаек попью. Поеду дальше. Что-то здесь тишина. Рябчики еще сидят, кормятся, наверное. Зайца вообще никак не могу поднять. Следов много набегано, но толку нету. Ну еще один, потому что. Скатался туда-сюда. Короче, поднял десяток тетеревов. Ну кто, конечно, поверит-то. Ну, подъезжал, сидели метров 20, короче, на сосенках. Только подъехал, сразу сошли все. Больше пока ничего не было. Так что допиваю чай и, наверное, ближе к дому. Поеду туда дальше. Не знаю, не был там еще. Посмотрю, что там есть. Выезжал сейчас из-за поворота. Сидит вот здесь на дороге заяц. Меня увидел, как он дёру дал. Он куда-то в кусты скакал. Где там его найдешь? Да нигде не найдешь. Красота на улице. Так, 303 километра на одометре. Время уже, конечно, позднее, но зайду еще в лесок. В надежде, может, кого поднять, рябчика с лунок. Место я правильно угадал. Или меня услышал, или он на снегоходе кто-то гонит. Я-то там далеко встал. Красиво зашел. Короче, вот лунки. Сюда на дорогу начал выходить. Один поднялся сначала, сюда улетел. А у меня, короче, забыл предохранитель выключить. Ну и дальше туда встал. Короче, еще один взлетел. Потом еще два. Вот я первого, второго, ну, который третий, четвертый. Я их, короче, взял. И еще один пятый. Вот они туда улетели. Вот один и вот второй там. Короче, удача вроде
на нашей стороне сегодня опять я пошел к машине. Вот чуть-чуть осталось доехать на снежике. Снежик бросил, ну, наверное, метров за 300, чтобы не гудеть лишний раз. И вот околочек, но я так одну лунку встречал здесь и там подальше, штуки 4 где-то. Ну, удачно зашел. Вот одному хорошо попало вообще. Вот такие следы они оставляются. Иду к снежику. Домой уже пора. Конь стоит, ждет.